Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников по книге «Великие музеи мира» и описание этих работ по той же книге. Джероламо Сичиоланте да Сермонетта. Сидящая женщина. 1550 год. Холст масла 190 на 93. Джероламо Сичиоланте да Сермонетта. Итальянский художник. Представитель стиля маньеризма. Считается, что он учился Леонардо да Пистоя. Активная деятельность живописца протекала в Риме. Его творческое наследие – это главным образом картины на религиозные сюжеты. Вместе с тем мастер создал несколько полотен с обнаженной женской натурой. Как правило, художник Ренессанса, желая ее изобразить, выбирает для своих работ подходящий сюжет. Чаще античный. Всевозможные Венеры, как у Тициана, или Лукреции, как у Лукаса Кранха-старшего. В меньшей степени повод для написания такого рода произведения давала Библия. Например, Сусанна и Старцы, Лот с дочерьми и Адам и Ева. До конца эпохи Возрождения внетематическое изображение обнаженной женской натуры существовали лишь в рамках профессиональных студий мастеров. Капиталистская картина не этюд и не набросок, сделанный с целью отточить живописную технику. Это законченное полотно, портрет реального лица. И нагота модели вносит определенные психологические обертоны, восприятие зрителем личности. Но вот такое описание работы «Сидящая женщина» Джероламо Сичиоланте да Сермонетта около 1550 года. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.